282 года славной истории столицы опорного края державы. Это гордое звание Челябинск носит по праву. И это право завоевали для него вы, жители Челябинска. Вы – сила, талант и будущее Челябинска. После поздравления толпа ревет, ждут начала выступлений. Зажигательными хитами концерт длиной в 2,5 часа начинает Митя Фомин. Барабанное шоу и известные песни, которые обычно крутят по радио, делают свое дело. Челябинцы начинают подпевать и прыгать. Но это не сравнится с тем, как толпа встретила хедлайнера праздника – группу «Би-2». Артисты презентовали альбом 2017 года «Горизонт событий». Сделать из концерта настоящее шоу помогли свет, дым и костюм медведя, надетый на солиста Леву Би-2 во время одной из песен. Но и без хитов, которые, кажется, знают даже дети, на концерте не обошлось. Челябинцы хором подпевали «Варвару», «Полковнику никто не пишет» и «Мой рок-н-ролл». За целый день на празднике Дня города, как подсчитала полиция, было около 70 тысяч человек. Учитывая даже и оперативную обстановку, практически никаких эксцессов не было. Все очень довольны, все очень счастливы. И, наверное, уже все ждем следующего Дня города. Как сообщили организаторы, в этот раз специально по заказу Би-2 на площади установили новую сцену. Она в несколько раз больше тех, что были раньше. Также артисты запретили транслировать концерт по телевидению, поэтому увидеть их можно было только вживую или с экранов на площади Революции. Галина Федорченко, Кирилл Данько, СТС, Челябинск.